Губернатор Югры Наталья Комарова побывала с рабочим визитом в Когалыме. Глава региона встретилась с семьями мобилизованных горожан. За чашкой чая местные жители поблагодарили окружные власти за поддержку и помощь бойцам и их близким. Поблагодарю тех, кто лично жертвовал какие-то, все, что может, да, и тех, и команду, которая работала, надо же было все это быстро найти, все это сложить и еще и доставить. Губернатор вручила подарки детям мобилизованных. Кроме того, Наталья Комарова приняла участие в рождественском мастер-классе в культурно-выставочном центре Русского музея.